Игры не задорого. За ночь все это прикрутил. И на чемпионате Европы выступал на немецкой ниве со своим мастером. Так вот, Андрюха, чувачок. И это действительно так, и, к сожалению, мы хотели потом выкатить эту Ниву сюда, потому что, ну, очень хороший кузов, но не получилось, ее украли со стоянки.